В Чебоксарах выбрали имя утенку-талисману юбилея столицы Чувашии. Итоги голосования подвели на портале «Открытый город». Отмечу, что версии, как назвать утенка, предлагали воспитанники детских садов и их родители. 22% пользователей городского портала проголосовали за Чебоксарика. Это имя для талисмана предложили 11 дошкольных учреждений, но первым заявку отправил 184-й детский сад. Авторами выступила семья Сурнаевых. Их дочери Маше 5 лет, и она активно помогала родителям придумывать имя для утенка. Всего в конкурсе было заявлено 200 имен. В тройку лидеров выбились Чеба, Савик и Чебоксарик. За последнего отдали больше всего голосов. Всего в опросе участвовали более 1500 человек. Сегодня заведующая 184-го садика вручила семье Сурнаевых небольшой презент. Мы вообще стараемся активно участвовать в жизни детского сада нашего. Сидели дома, решили придумать название для талисмана в честь дня города, да, Чебоксар. И случайно вот это название Чебоксарик выскочило у кого-то, даже не помню кто. Предложили садику, садик согласился, объявили голосование и совершенно случайно выиграли.